Еще одно любопытное видео появилось в блоге Альберта Ильина. Он стал свидетелем эвакуации после эвакуации машин дорожными службами. Коммунальные службы, убирая дороги после снегопада, оригинально решили проблему припаркованных не по правилам автомобилей. Это улица Патриса Лумумбы. В районе домов 19 и 14. В зоне действия знак явно какого-то то ли остановка, то ли стоянка запрещена. Вот так вот автомобили закинуты на сугроб. Идет попытка эвакуации транспорта сугроба, сказал бы спортивный комментатор Гусев, например. Вот так это все происходит в суровых Чебоксарах. Да, это я сюда надолго доехал. В любую секунду снег может провалиться под тяжестью автомобиля, и эвакуация не получится у нас. Автомобиль может упасть на бок, перевернуться. Водитель сейчас рискует не только своим автомобилем, но и своим здоровьем. Но владелец эвакуатора чувствуется профессионал. И вот машина почти затянута на поддон. Почти затянута. Но что-то пошло не совсем по сценарию. Да-да-да, перепад высоты, друзья. Перепад высоты сантиметров 20. Получится ли это все?